Переславле-Залесском сотрудниками полиции раскрыто ранее совершенное мошенничество. В сентябре 2016 года в полицию обратилась 80-летняя пенсионерка. К ней на улице подошла неизвестная, представилась сотрудницей банка и предложила вложить свои сбережения под высокий процент. Как выяснили сотрудники полиции, участие в этом принимали еще двое злоумышленников. Пенсионерка, поверив их обещаниям, передала им денежные средства в сумме 30 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, сотрудниками уголовного розыска были задержаны трое подозреваемых – женщина 57 и 38 лет и 39-летний мужчина. Похищенные денежные средства изъяты и возвращены пенсионерке. Задержанным избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящее время полицейские устанавливают их причастность к совершению аналогичных преступлений. Если вы пострадали от действий этих людей, обращайтесь в полицию.